субботу в Самарской области небо закроют облака, пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха днем 18-26 градусов тепла, ночью 16-18 выше 0. Ветер переменный, западного, южного направлений 4-6 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, небольшой дождь. Днем плюс 27 градусов, ночью плюс 18. Западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, днем плюс 23, ночью 18 градусов выше 0. Ветер южного направления 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно и небольшой дождь, в дневное время плюс 21, ночью 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 64%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.